Всем привет! Передохнули. Пора продолжать исследовать окрестности в игре метро. Задание. Пройти до крестика. В ту сторону пойдем. Не знаю, что тут будет, но пока темно. Может, кто-нибудь тут и не заметит. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. 3 метра пробежал уже, запыхался. А что такое? О! Там вот так херня висит. Дышать. Идти прямо там будет. Кругляшок. Нахрен не пойду. Чё мне эта ворона? Пускай там висит под своим мостом. Еще патроны тратить. Ох. Нет, вы не видите. Идите мимо. Что-то я куда-то не туда уже зарулил. Эти опять тут накопали. Всякой херни. Где она? Показывает тут. Че это трупик? И все. Взять пару гаек. 8 бутылочек. И какую-то книжечку. Эй, молния, убей вот этого хомяка. Ой, сейчас ворону бабахнет. Как она разошлась. Не точно слепые. Рядом прошел, не увидел. Бензинчик. На. О, да там бандиты. Захватили бензоколонку. Надо их выгнать отсюда. План перехват. Он же это не увидит. Еще бы знать, сколько их тут. Слышь, а ты в самом терминале был? Сколько их тут? 3-то точно. Меня лысый, сука, на слабо по пьяни развел. А он не видит. Хотя у него лампочка на башке. Потому что у меня тут лампочка предупреждающая показывает, что все чисто. Один на крыше. И тут двое, не знаю, давай на крышу залезу, погляжу. Ох, как меня тут. Может, тут еще сзади кто есть? Нет, сзади ничего нету.
Если он тут один? А нет, ни хрена тут не один. Это чё за хер там? Нет, ты ничего не видел. Ты куда улетел? Он вниз, что ли, улетел? Я его не вижу. У него тут одни эти пистолетики остались. Сожрал он меня нахер. Да, он тут один был. Сейчас вы тут досмеетесь. Сейчас сбоку его раз и затащу. Чик. Второй. Эй, браток, что такое? Что такое? Он не понял, что такое? Увидел, что ли? Нет, лучше гори. Что у нас тут секретного? Запись. О, новый бронежилет. А тут дверь закрыта. Она открывалась только с этой стороны. Шесть часов, все еще темно. Все, зачищено. Чик, там уже черепок нарисовали. Светлеть начало. А тут лодка есть. И креветки. Злые большие креветки. А где этот встретится? Я же уже на месте. Можно заночевать.
Надо этот посмотреть, бронежилет. Какой-то там нашел. Для метательного оружия. Либо для патронов, но она пусть для патронов. А то что-то какая-то херня тут. Дефицит с патронами. Эй, какого хрена? Взяли, заморали мне оружие. С чего вы? Ни в какие лужи не залазил. И вдруг эти оружие не в тему стало грязным. Надо плыть на лодке, вон там какой-то даже свет есть. Чей сундук? Чё крестик не убирается? Я же уже тут посетил. Это что-нибудь не взял, наверное? Печка... стол... Чё тут? Нету ничего. Ладно, попули. Лодка уже ждет. Больше не покуда. Рыба. Ты где? О-о-о-о. Отстань от моей лодочки. Конечно. Поплюйся еще. Мимо. Мимо. Тут людей. Или кто-то тут. Тут уже скелеты висят. Че такое светится? Ядохимикаты. У меня уже тут весла. И в этой кислоте расплавились. Все сгнило. Еще скажите, я не туда еду. Не по миссии. А, не, а, крестик переехал. Там уже встречают. Куча бегает тварей. Где выгрузиться? Причал? Ты где? Ну, тут флажок, значит причал здесь. Поворот. Ни хрена не поворачивает. Конечная. Как
Какой тут здоровенное ангарище? Кто здесь? Это же это. Крокодил гигантский. Он приехал сюда. Куда? Взял, провалился. А где выход? Я, похоже, не туда приехал. Вот выход. По грибочкам надо ориентироваться. Что такое? А что тут все сломали? У меня хоть сюда? Или не сюда? Ой! Быстрей! Опять эти придурки. Не знаю куда. Тут чья-то дверь. Давай, открывай. Надо сначала было разобраться с этими. О, дверь-то закрыли. А, молодец. Это я к комнату попал, от которой ключ дали. Ух ты! Ночное видение. Оно и так видно. Они ждут, пока выйдешь, чтобы загрызти. В основном накапливается в иле, и вследствие этого оказывает наиболее сильное влияние на бентосные организмы. Активное вещество вызывает серьезные патологии развития в молоде моллюсков и ракообразных. Рация. Что еще тут взять? Ты уже ничего не возьмешь, все сломано. Старые телевизоры. Один патрончик. 10 гаек. А эти что тут уже? Они что тут устроили? Какой-то обряд. Тебе уже не пригодятся патрончики. Вентиль. Дайте я вентиль нажму. Зеленая штуковина показывает, надо идти сквозь стекло. А можно и сюда. Церковь царя водного. Эти чё, церковные, и сюда тоже перешли. Подожди. Я всё-таки попробую тут по стеку проехать. Но мне кажется, я что-то тут сомневаюсь, что он туда запрыгнет.
Нет тут никакого выхода. Или входа. И хрена, и дверь закрыли. Эй. Вы чё тут дверь закрыли? Мне надо вот ту сторону. Как раз за дверь. А как ее сломать? Сюда не выпрыгивают, туда не запрыгивают. Наверх, где лесенки. Может, тут и ничего и делать не надо. А идти обратно в ту дверь, которую я ключ открыл. А тут рыба нарисована. Айди, чё, сдохуя. Кто их прибил? Там рыба, или кто там булькает? Рыба хочет сожрать. Тут что, на второй этаж, на третий есть. Интересно, а что это за рычажок? Рычажок какой-то там открывает проход в другую сторону. А чё на верхнем этаже? Всюду эти картинки рыбьи нарисовали. А наверху нет ничего. Значит, пойдем в эту штуковину, где рычаг. А, рыба! Кто-то тут хрюкает. Вон она булькает. Неужели ты выспался? А теперь отдыхай, сынова. Тут лесенка, а чё справа? Ни хрена нету. Значит, сюда, все верно. Как тут все еще что-то держится и не сгнило? Ну ни хрена. Эй! 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 Стой!
нормально. Нормально. Покупался. Еще тут противогазная, не забывать. Сигнал пропадает, да тут там дерьмовая связь, всюду кислотная херня. Рыба-то не сдается, хочет поломать тут все. Рыба! Я тебя видел. Здесь путь подсвечивают эти волшебные зеленые грибочки. Полезли, ой, блин. Совсюду повылазили. Чуть не промазал. Подходи. Мимо. Всеми кирпичиками тут надоели. Ты тоже будешь кирпичики закидывать? Хватит уже приседать. У меня так патроны кончатся. И еще один. Надо кинуть, он не может. Чё такой этот корявый пулеметик? Нашел лазейку. Может, пулемет потом улучшится? А то с 20 метров с прицелом с оптическим ни хрена не попадает. Ага. Я же успел. Но нет, эта херня тут уже выплюнула. Прием, прием. Откуда тут связь появится? Тут рыба глушит.
Не успеешь. Тут дверь заклали. Надо понизу идти. Там лесенка. Я тут вагончика не посмотрел. Какой тут рассадник? Успел. Свети поры ядовитые раскидывают. Бы и нет. Ведь на эту платформу невозможно попасть. Он по инерции дальше вылетает. Я тут ни при чем. Тут газы. Кажется, тут газы и всюду. Вода. Рыба. Ладно, там еще эти повлазили. Тем более там не хрен делать. О! А чё за она еще больше разбастала? Мне кажется, она меньше была. Давай, ломай. Куда? Он попасть не может. Своим этим шлакобоком. Ой, ё. Попал. Два патрончика. Что же делать? Надо будет производить новые. Давайте бегите, у меня на всех хватит патронов. Все, мощи нету. Капец. Такая пукалка. Будем надеяться, это потому что она же без апгрейда. Три выстрела. Духовка разрядилась.
Да не дергайся. Фух, фух, фух. Расстрелялся. Патронов нету, ни хрена нету. Там чё? Там дверь какая-то. Нахрен. Ни хрена. Не попадешь с такими частотами. Чё-то ни хрена не лучше. Заряжай. Рыба. Я тебя поймаю. Вот она, дверка. Только тут не хрен делать. Ничего интересного не положили. Кроме как пара грибочков. Зато гаек нарыл. Обязательно сохранить. Тут все в тумане. Внизу в тумане. Все в ядовитом зеленом штуковине. Придет сюда. Там зелененькая штуковина горит. Отдай свое барахло. Да как так получилось? Вроде бы упал, но нажал пружок, и он зацепился. Чё за херня? Зачем здесь пуск сделали? Я не вижу, чтобы тут куда-то можно было запрыгнуть. Где тут лесенка? А если начну, как она будет?
хрена не лучше. Там кто-то хрюкает. О, рыба-то обедать захотела. И двери закрыла за собой. Она нарисовалась. Артём, как? Чего они Артёму все пытаются по рации поговорить? Они же знают, что он не разговаривал. Ах, люблю покрутить вентиля. В каждой игре есть эти вентиля. Закрывай двери. Береги тепло. И это написано, где стены есть из сетки. Береги тепло. Тут вагончик. А теперь куда? Ну давай сюда. Больше никуда. Тун-тун. О, это же рыба. Рыба приехала. Чё? Рыбе капец. О, на будка чё? Она ни хрена не сдохла. А вроде бы сейчас сдохла. Она напоролась. Клёво. Это что такое? Сом? Или крокодил? Или просто рыба? А вот и дверь, которая была закрыта в начале уровня. Рыба, у тебя есть там какие-нибудь полезные запчасти внутри тебя? Например, гайки или что-нибудь еще? Похоже, тут делать нечего. Тут сделали выход. Только что корявая была, сейчас уже ровно стала. ДГШУ 1508. Посмотрим. Ведь у меня есть тут предохранитель. Заводи. Управление. ВС. Разворот сиденья.
Где разворот сиденья? Не вижу никакого разворота сиденья. Чух, чух, чух. Чух, 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 чух. Туда не едят. Поехали, да, так как смотреть назад. Эй, тут аптечка есть. А, блин, я этот спейс забыл нажать. А вон там еще мелкие рубежки заплавали. Вот она, дрезина. Чё, лопата у неё, мусор всякий разгребать. Артём, ты живой? Господи, ты живой. А как они узнали, что Артём живой? Появился наконец-то. Крест говорит, что терминал всё экранировал. Так долго связи с тобой не было. Как же я рада, Тёма. Папа, ну хватит уже. Артём там, небось, не загорал. Ну как, паря, достал дрезину? Конечно, достал. Теперь тебе к вагономойке надо. Только ты уж там того, аккуратненько. Народец там нехти, прям скажу. Все как есть бандиты. Так что, если чего, то и как говорится. И даже лопата сзади есть. И спереди есть. Можно в любую сторону грести. Ну ладно. Дрезина. Достали. Тут и остановимся. Ну и как всегда, комментируйте. Заходите в плейлист, если не вали. Там куча всего найдется, чтобы поглядеть. Всем пока и до новых видео.